Ну что ж, всем привет, вы на канале FordMag, и мы заканчиваем проходить Sonic Mania. Наконец-таки, я собрал все изумруды хаоса, это было сложно, я буквально вот этот уровень заучил наизусть, то есть посмотрите, уже вот целых 7 жизней смог нафармить себе за все это время, и практически только лишь один раз, получается, умер. В общем, это было тяжко, но давайте уж наконец-таки наградим этого усатого рыжего гада. Кучей иголок из тела Соника. Да, это довольно странно звучало, но знаете, я хотел бы, чтобы как-нибудь этот гадкий усач выдирал из себя кучу иголок из своей гадкой усатой морды. Потому что, поверьте, он заслуживает таких страданий за все, что он сделал. Так. Будем его сейчас мочить. Да, конечно, я не собрал еще пока что 50 колец для того, чтобы получить состояние Суперсоника. Ну ладно. Так, берем побольше колец. И выживаем. Так, надо подугадать, где он. Ай! Зараза! Хитрый доктор-работник. Так, не-не, хватаем кольца. Так, минус одна сетевая линия у него, вот эта вот, при помощи которой он выпускает электрошок. Так что, еще несколько ударов, и мы пошлем его в ад. Так, ну что ж, как видим, он сначала здесь сейчас будет, этот робот. Так, а теперь нужно аккуратненько вот сюда перескакивать. Все отлично. И ждем, пока нас отсюда выпустят. Так, ай! Больно было, работник. О, спасибо, ты ко мне подскочил. Какой же ты щедрый, а? Так, ай-яй-яй, прыгаем. Ладно, хорош сигать, давай, хватай меня свои лапы голографические, и я буду... Ага, так, снова эта штука с наперстками. Так, блин, хитрый ты гад, а? Ладно, кольцо у меня есть, поэтому ты меня не сломишь никогда, работник. Я сильнее, чем ты думаешь. Так, минус еще одна линия, так что теперь его будет куда легче бить. Так, уклоняемся от ракет. И фигачим его. Ничего, ничего, работник. Я тебя достану, я тебя достану. И ты пожалеешь о том дне, когда ты связался со мной. С ежом Соником. Так, а где мы теперь? Вопрос. Воу-воу-воу-воу-воу. И что надо делать? Вопрос. О, отлично, кольца. То, что нужно. Так, прыгаем. Так, блин, господи, у меня уже в глазах это четверица, двоится, в общем, из-за скорости вообще просто вот каша получается настоящая из изображения. Так. О, отлично. Ну, работник, берегись. Я просто так от тебя не отстану. Давай, прыгай. Мячик ты недоделанный. О-хо-хо. Ну что, сударь, понравилось? О, знаете ли, мне тоже. Ну что ж, ребята, вот она. Каноническая концовка Sonic Mania. Mania, но я буду называть это Mania, но все-таки официально, если... Ну, да, с английским, конечно, те еще, знаете ли, трудности, что иногда бывает разное произношение. Ну что ж, опа-на... Да, как видим, кое-кто восстал из роботов Эггмана. Как видите, время просто начало дико глючить. Походу, мы вообще просто разорвали пространство и время. Так, значит, надо сейчас хватать кольца, я так понимаю. А, да-да-да, вот, видите. Мы хватаем кольца, чтобы восстановить все жизни. Потому что Сонику нужны кольца для того, чтобы
выдерживать состояние Суперсоника. Хотя у меня он почему-то напоминает это состояние Супер Саяна из Драгонбола. Так. Так, а стоп, а как мы нам летать теперь? А, вот, все. Так, понимаю, меняется гравитация постоянная. Блин. Кольца, кольца, кольца. Какой же хаос здесь происходит, блин, на экране сейчас. Да, серия получится короткой, но зато я смогу наконец-таки закончить эту игру. Все-таки, блин, я очень хотел получить каноничную концовку после того, как мне предложили все-таки пройти игру полностью. То есть я имею в виду за Соника, то есть со всеми этими изумрудами хаоса. Так. Довольно сложно, если честно. Ну, так. Давай, хватаем кольца, кольца, кольца. Сейчас надо нафармить себе побольше, чтобы выживать в таких условиях. Ух, блин. Жестко. Так, теперь снова с этим деремся, товарищем. Надо просто лететь в него и все. Блин. Ну что ж, блин, боссы довольно интересные и сложные, и мне это нравится. Так, главное самое это не попадаться под эти лучи и как можно больше фармить колец. Так, как видим, выпадает снова фантомный рубин, и он попадает уже в руки Эггману. Так. То есть, получается, нужно играть такую чехарду. То к этому роботу он попадает, то к Эггману. Довольно неплохо сделанное. Так, не-не-не. Просто так вы от меня не отстанете. Так, где он? Получается, творение Эггмана восстало против самого Эггмана. Работника, ладно, буду называть его по-разному. В принципе, не так уж и важно. Главное, лишь бы этот... Эта яйцевидная морда больше не мешала мне спасать мир. Так. Хотя, от кого еще спасать мир? Ну, может, от хаоса. Хотя хаос что-то в последнее время как-то редко появляется. Так, не-не-не-не. Я тебя побью все равно. Так, куда-то снова упал рубин. Так, побольше колец. Нужно держать уровень колец, а то... Соник загнется. Так, аккуратно уклоняемся. Отлично. Отлично. Прям вообще шикарно. Надеюсь, что вы оба сгорите. Сгорите в пламени ада. Серьезно, вы мне потрепали много нервов, ребята. И эти роботы, и ты, и сам Эггман. У вас с завидной регулярностью получаются. Так, 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 так. Эггман, ты где там? Да ладно, Эггман, хорош. У тебя уже нет шансов. Да блин. О, все, отлично. Так, кольца, кольца, кольца. Так, снова роняет... Фантомный рубин. А мне нужно выживать. А то реально, блин, кольца совсем стали быстро тратиться. О, отлично. Ну вот и все. Два этих гада были уничтожены наконец-таки. Так, как видим, изумруды хаоса смешались с фантомным рубином. И вот и портал. Как видим, все взрывается. Как видим, маленькая планета отрывается от цепи, и Соник перемещается в вселенную Sonic Forces. Вот она, ребята. Настоящая каноническая концовка Sonic Mania.
Ну что ж, ребята, вот теперь я могу сказать точно, что мы закончили с Sonic Mania. Да, есть компания за Knuckles и за Tails, однако мне больше хочется пройти их самому лично, без записи. Но что хочу сказать, это была очень хорошая игра, я очень рад, что Кристиан Вайтхед и также другие команды, в том числе и Pagoda West Games, сделали эту потрясающую игру, и Sega все-таки позволила выпустить эту игру. Серьезно, вот тот самый случай, когда фанаты сделали просто шикарнейшую игру, серьезно. Кристиан Вайтхед, как от лица всех фанатов Соника, а именно классического Соника, это был настоящий подарок для всех, кто любит оригинального Соника, и сделан был с душой, великолепно. Так что мне было очень приятно проходить эту игру, снова было приятно вернуться в старые локации, также познакомиться с новыми. В общем, серьезно, это настоящий бриллиант для любого фаната 2D Соников. Ну что ж, а теперь увидимся уже в следующих прохождениях. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока!